9 марта в Песчанокопском большой футбол. «Чайка» вернулась из заморских странствий и готова возобновить выступление в первенстве ФНЛ. На данный момент песчанокопцы занимают 9 место, но по итогам сезона мечтают подняться по этажам турнирной таблицы как можно выше. Для этого необходимо как можно больше побеждать, и начинать побеждать необходимо с самого первого матча. Тем более, что для этого заложена хорошая база. Я думаю, что состояние хорошее, как физическое, функциональное, так и психологическое у ребят. Все-таки сборы – это момент такой больше на психику, да, тяжело, что все время тренируешься. Официальные игры для игроков, конечно, они более, скажем так, эмоционально положительные. Вот, поэтому я думаю, что в хорошем настроении подходим, ну, хотим порадовать болельщиков в первой игре. Ну, я думаю, нас тренеры постарались подвести к оптимальному состоянию. Но в каком мы, мне кажется, покажет только игра. Так, по ощущениям, в принципе, неплохо себя чувствуем. В плановом режиме готовимся к игре. В отличие от «Чайки», приморская команда не имела возможности провести 3 полноценных зарубежных сбора. Да и начала она готовиться к возобновлению первенства только 17 февраля. Однако «Тигры», как именуют футболистов «Луча», родные болельщики, всегда опасны. Тем более «Тигры», загнанные в угол. Я думаю, что первые туры все будут сражаться, биться, невзирая ни на какие там моменты, которые есть внутри команд других. Да, но мы смотрим прежде всего от себя, настраиваем ребят на то, чтобы они играли с позиции силы с любым соперником. Вот, и тем более дома. Думаю, что постараемся интенсивность проявить и постараемся, опять же, порадовать болельщикам положительным результатом. Я думаю, игра будет примерно равной, ну, естественно, постараемся какую-то игру свою навязывать, но я думаю, те проблемы, которые у них сейчас есть, если они вообще есть, никто не знает, не помешают им, потому что есть куча примеров в футболе, когда командам не платят деньги, но они все равно выходят, показывают игру, выигрывают. Даже отменная подготовка в зимний период далеко не всегда гарантирует демонстрацию высокого уровня игры в первых матчах первенства. На то и придумали такое понятие, как весенний футбол. В подобной ситуации большое значение играет поддержка трибун. 9 марта команда ждет болельщиков и обещает отдать борьбе все силы без остатка. Пусть приходят на стадион, поддерживают. Мы будем биться в каждой игре. Ну, конечно, хочется пригласить их всех на игру. Нам нужна их поддержка, потому что действительно в Песчанке люди приходят, болеют, нам это очень нравится, и в принципе они нам помогают во всех играх домашних. 9 марта поединок «Чайки» с «Лучом» начнется в 17 часов.